А что там за лестница была? Ну, если что, мы туда... Добби, ты ли это? Нет, это не Добби, это этот, который из «Властелина колец», моя прелесть. Ребятушки, всем привет! И добро пожаловать на мой канал Тилька Плей, я Наташа. Мы сегодня с вами поиграем в игру, которая называется Фрагиль. Наверное, как-то так, я не знаю, как читается правильно. Но переводится вроде бы как «Хрупкий». Это история про девочку, которая столкнулась с не очень простой, собственно, ситуацией жизненной. И игра по своей стилистике напомнила мне Френбоу и вот эти вот все игры, которые мы с вами любим. Поэтому давайте посмотрим, надеюсь, что мы в ней с вами не разочаруемся. И... история нас действительно с вами заинтригует. Давайте, новая игра, поехали. Вообще изначально, когда я качала эту игру, было написано то, что нет русского языка. А я такая захожу. Бляга, русский язык. Кайф, я уже даже приготовила на самом деле переводчик. У меня вот здесь вот он стоит, вот он переводчик, короче, такой включенный. Вот, лишь бы я уже думала, все, сейчас буду сидеть переводить. А нет? Ну что, мы играем за маленькую девочку, которая, видимо, идет со школы, вернее, из школы. Она ж не со школы спрыгнула, а вышла из нее. Там вон дети что-то веселые, мы какая-то грустная. Возможно, у нас дома какие-то проблемы, или я не знаю что. Но сейчас будем с тобой разбираться. Блин, пока что мне очень нравится эта игра. Так, взаимодействие. 8 сарендерлендерлен сургалда. Это какой-то этот, что ли? Сурагуй, алба, басон, тул, харсан, сурак. Мне кажется, это что-то из этой категории. Вот здесь вот, к сожалению, видите, не перевели. Тут непонятный вообще язык. Возможно, так просто перевели русский. Но мне кажется, что здесь просто пропали дети. А! Так вот! Ёпта, это ж переводится. Пропал без вести 23 августа около квартала. Если увидели или слышали что-то, прошу связаться по следующему номеру. Вышел из дома в темно-зеленой рубашке и синих джинсах. Если вы видели что-то, пожалуйста, позвоните по номеру ниже. Слушай, дети пропадают. Дети реально пропадают. Главное, чтобы мы не продали. Вообще, я могу как-то быстрее ходить? Или я буду, так и буду ходить с грустной миной так медленно? А прикинь, если здесь будет история, как меня захотят здесь изнасиловать или оприходовать? Надеюсь, что нет. Я думала, написано ЗАГС. Думала, я что, в ЗАГС уже пошла? Такая маленькая, а уже в ЗАГС. Потому что я мамина принцесса. Там вон мужчина сидит в телефоне, другие вон строят вот эти вот многоэтажки. Бомжи дерутся за бутылку бухла. Или это ребенок? А, это ребенок-гопник, который пытается что-то сделать с бомжом. Вот, что-то можно посмотреть. Загрязнение воздуха. Агарный бахердол. Ладно, понятно. Я, видимо, чего-то не знаю. Да, там он что-то ребенок пристал к дядьке. Все какие-то грустные. Весь мир серый. Вот заметили, что вот наш мир тоже весь серый. Вот даже сейчас, если ты выглянешь в окно, там реально серость. Вот мы все так и живем. Именно поэтому я всегда надеваю яркие какие-то краски, чтобы хотя бы собой разбавить. И тебя призываю тоже. Разбавляй этот мир яркими красками. Он и так слишком серый, вот этот грустный, вот этот депресняк, ну, в задницу. Так, тоже что-то непонятно. Если вам нужна помощь, свяжитесь напрямую. Ага, непонятно, что это такое. Собачка там что-то жрет, может быть, труп обетывает. Кузов, сосвар. А, может быть, это какой-то, не знаю, короче, там кузовные какие-то работы. Какие-то записки. Влияние загрязнения воздуха в Улан-Баторе. О, а я тебе прошу, я тебе говорю знакомый язык. Я тебе говорю, язык знакомый, вот что-то вот из этой категории. Это, оказывается, монголы. Монголы. Смотри, бабка идет. Вот я тебе отвечаю сейчас, что-то с этой бабкой не так. Она единственная здесь выбивается. Она меня сейчас пнет своей костылей и мне по голове даст. А-а-а, страшная бабка, уйди. Это лягушка и квакушка, совсем скоро. Мюзикл. Мюзикл. Дэдпул написано, это домик Дэдпула. А где я вообще живу? Я долго буду идти домой или что-то вот из этой категории? Я не хочу там зонтик поставить, нет? Видимо, не хочу. Мне без зонта зашибись-ка. Мне вот этот мужчина не нравится. Он, смотри, слишком быстро идет относительно всех остальных. Сейчас он меня как похитит. Сыт! Сыт на улице! Это совращение малолетних. Демонстрация своих этих самых. Смотри, сыт он там. Засыкун. Засыкан. Обсикал мне все. Там даже, смотри, вот эти юрты стоят, или как это называется. Это реально какие-то монгольские штучки. Что там? Что тут было? Взаимодействие. Ты куда? А, я домой пришла. Слушай, я такая грустная. Ладно, вступление было норм. А где мой дом? Где я вообще живу? А, мне нужно по лестнице, видимо, идти.
Слушай, ну тут камера наезжает неплохо. Мы можем рассмотреть девочку гораздо ближе, чем она есть. Не сюда? А, вот так вот мы спускаемся. Ну, пойдем. Домой пошли. Какая милая девочка. Интересно, сколько ей лет? Мне кажется, ей где-то 8, может быть, 10. Я что, здесь живу? Ой, смотри, там уже какой-то дядька стоит. Ой, ребят, это хорошим не кончится. Смотри, сейчас что-то произойдет. Ой-ой-ой. Они меня похитили! У меня аж геймпад завибрировал. Я тебе сказала, это, короче, дядьки пришли, приколись. Они меня похитили. Все. Плохие дядьки меня похитили, а я тебе говорила. И что? Меня на органы положили? Вырезают мне почку? Или снимают со мной фильмы для взрослых? Что-то как-то темно, я подозрительно дышу. Это психушка? Меня посадили в страшный темный подвал. Ой-ой-ой. Это что это такое? Мне нужно, видимо, выбраться. Я реально в каком-то подвале сижу. Я не знаю, что я делаю, ребят, но что-то я делаю. Мне, наверное, нужно отсюда выбраться. Вопрос как? Наверное, нужно приблизить вот эту штуку и посмотреть. Закрыто. Ну, конечно, закрыто. Что, дурачки, что ли, открывать тебе? Конечно. Ну-ка. Он за мной смотрит. Он за мной реально смотрит. Я могу оглядываться. Стоп напряжение. 220 вольт. Здесь дядька сидит, он за мной смотрит. Значит, мне нужно как-то выбраться. Там у него, по-моему, еще куча детей есть. Что делаешь? А почему ты села? А, я могу типа сама, я могу красться и могу не красться. А могу ли я залезть вот на эту штуку? Там рубильник какой-то, мне кажется, его нужно дернуть. Ну, давайте посмотрим, что с этой стороны у нас есть. Капец. Приколись. Меня здесь украли просто. Проблема в том, что я здесь ничего не вижу в темноте в этой. Надо, наверное, играться с вот этим ящиком. Я думаю, что как-то так. Ну-ка, залази на него. Дергай рубильник. Ой-ой-ой. А я дал... Я сделала что-то не так? Может быть, мне надо все поднять? Наверное, все надо поднять. Во! А, мне нужно какое-то значение добить. Давайте до конца поднимем. Сейчас как меня током шандарахнет. Не-не-не, это обратно засунь. А как мне понять? А-а-а, все, я понял, ребят, я понял. Все, сейчас разберемся, смотри. Короче, нам, наверное, нужно посмотреть на подсказку, которая вот в этом... Собственно, доме висит, смотри. Вот. Вот это, наверное, да? 220 вольт мне, наверное, нужно сделать. А как мне сделать 220 вольт? Не, ну, скорее всего, нужно что-то с этим делать, потому что каких-то других здесь вариантов у меня нет. Сейчас мы с тобой разберемся, сейчас мы с тобой... Как, порешаем? Давай, и полезла. Давай. Вообще, стрелочка, по-моему, не двигается. Я не знаю, она не двигается. Давайте я все до конца здесь добью. Да не, мне не получается 220 вольт. А-а-а! Ну-ка. Нужно просто реально в 220 вольт попасть. Так, и чё? Я думаю, там 220. Да не... Ох. Да, камон, она перес... Да ладно, но там же 220 было, нет? Наверное, надо включить все предохранители, а потом их как-то подстраивать под 220. Может быть, так и надо все вверх поддернуть? Ой, это 230... Я просто не понимаю всей вот этой вот фигни, на самом деле, что здесь надо делать. Сейчас разберемся. Давай сначала все поднимаем вверх. Так, это 180 получается. На 4 270. Теперь что, их опускаем? Хоть бы подсказка какая, ёпт.
Я включил. Решены все головоломки. Ага, спасибо. И что мне это дало? Это включило какой-то мне свет где-то? Или что вообще должно... О, да, включили мне свет. Правила. Давайте посмотрим. Меня и моего друга забрали со школы. Сказали, что нам купят игрушку Видо. Моего друга забрали в другую комнату. Сказали, что в душ. Мой друг плакал. Теперь он не плачет. Когда же мой друг вернется? Я думаю, он уже не вернется. Мне кажется, в душе с ним сделали все, что только можно. Тот дядя сказал, что купит мне много сладостей. Сначала ты был добрый дядя. Когда мы пришли сюда, он обозвал меня поросенком. Я все жду, когда он мне принесет конфеты. Я хочу кушать. Слушай, звучит не очень. Ну ладно, пойдем. Тут реально дети писали, как заключенные какие-то. Тот дядя сказал, что он друг моего папы и отведет меня домой. Это плохое место, ведь не мой дом. Мама, папа, где же вы? Эти люди меня бьют. Ой-ой-ой, спокойно, малыш. Кто такой? Она поняла, что ей хана, да? А ты типа девочка или тут типа мальчиков только брали? А что ты свалилась? Я не поняла, что она свалилась? Испугалась, что ли? Ты что обскерилась-то? Взаимодействие. Через что-то она упала, короче. Я не поняла, что. Но я все записюлечки почитала. Дверь-то закрыта, да, теперь? Ну, конечно. Че, дураки, что ли? Мне дверь открывать? Давай я посмотрю, может быть, дядька ушел? Ну, так, чисто. Вообще странно, что он не слышал, что здесь включился свет. Нет, он здесь сидит. Нужно понять, что делать дальше. Меня и моего друга. Ну, вы хотя бы здесь вдвоем были. А я вообще одна вон. Может быть, попробовать залезть наверх? Нет? На верхний не лезем. Я где-то здесь споткнулась. Быть может, что-то нужно здесь подложить. Надо как-то отсюда выбираться. Вопрос, как отсюда выбираться из этого странного подвала? Сейчас будем с тобой думать. Сейчас, может быть, правда, пол где-то проломится. Ну в смысле, ля? Почему? Мне что, не дает... Вот эта штука мне не дает пройти? Матрас ссаный какой-то. Ссаный матрас мне не дает ничего пройти? Тот дядя сказал, что он мне не друг. Это я читала, что он мне не друг. Я не знаю вообще, что делать, потому что здесь я все на самом деле почитала. Я не знаю. Давайте экспериментировать. Быть может, мне теперь нужно выключить свет, чтобы хоть что-то произошло. Я не знаю, может быть, там какая-нибудь трещина. Ну, написано было, в другую комнату увели мальчика. Значит, может быть, здесь где-то есть вторая комната. Давайте чисто ради интереса попробуем выключить. Я, в принципе, поняла, как включать на 220 вольт, так что, если что, включим. Отключаем свет, пойдем посмотрим. Потому что я уже все здесь полазила, потыкала, ничего не происходит. Сейчас разберемся. Ну-ка. Реально, смотри, свет, взаимодействие. Ну-ка. О! А тут все так радужно. Это предыстория, что ли? Когда-то я была счастливой маленькой девочкой. Это мой батя, да? Михалыч его зовут. Михалыч. Он с ума меня сводит. Михалыч. Это все? Давай выбивать ее. Бей ее. Давай, бей. Давай, херач. Во. Полезли в Нарнию за шкафье. Давай, малышка, ты справишься. Мы в тебя все верим. У тебя все получится. Загрузка. Очень удобно. Значит, мы прошли с тобой первый кусочек уровня. И мы с тобой полные молодцы, считаю. Что это, мыши? Летучие мыши, судя по всему. Судя по всему, это летучие мыши. Ой, тут темно и страшно. Но лучше здесь, чем с теми маньячелами сидеть. Тут какие-то цепи. Что это такое? Картофели. Лестница. Цепи. Мне кажется, здесь кто-то есть еще. Я не знаю, почему мне так кажется, но не просто же так здесь какие-то звуки еще по сторонам. Вот какая записка лежит. Что это? Когда привыкнешь ко вкусу, это почти не отличить от говядины. Что не отличить от говядины? Ох, я чувствую, мне будет очень плохо. Куда ты полезла? Там кто-то песню поет. Аккуратнее, тебе лицо выгрызут. Сейчас как выгрызут нам лицо. Аккуратнее, аккуратнее. Что здесь? А, здесь свет. Ой. А что там за лестница была? Ну, если что, мы туда...
Добби, ты ли это? Нет, это не Добби, это этот, который из «Властелина колец», моя прелесть. Может быть, это мальчик какой-то просто оставший... Нет, это реально моя прелесть. Он мне что-то дает. Правила. Вначале у каждой стороны по 10 шага или косточек. Игроки прячут в каждой руке от 1 до 5 косточек. Игроки по очереди угадывают сумму косточек, находящихся в своих руках и в руках соперника. Когда все косточки противника закончатся, вы выиграете. Окей. И что делать? Ну давай, у меня будет 2 косточки. А, мне нужно угадать, сколько у него? Откуда я знаю, сколько у него? Я думаю, у него... А, типа, сколько у меня косточек и сколько у него? Я думаю, у него 4 косточки. У него было 2, а у меня 4, ничья. Я не поняла правила этой дурацкой игры. Можно я выиграю просто? 6 он написал. Он написал 6. Игроки пялятся в каждой руке от 1 до 5 косточек. Угадывают сумму косточек, находящихся в своих руках. А! Он думает, что 6. То есть, если я сделаю... Подожди. Ах ты, говна кусок. То есть, я могу положить не одной. А, не могу. Тогда нужно положить больше. Значит, у него 5 косточек, 6, 7. Раз, два, три, 4, 5. Все, тогда вот так, чтобы я выиграла. Так, а он сказал, что у него это самое... Вот так должно быть. О, видишь, я поняла. Все понятно, короче. И что дальше? Опять, что ли? Я думаю, что... 3 косточки, давай. 4 косточки. Давай, братан. 4 косточки сделаешь? А он победил? Как он победил? Ни хрена не поняла эту игру. Какая-то дурацкая. Сколько мне раз нужно победить? А, пока косточки не кончатся. 9. А, ну смотри. 1, 2, 3. А, я думаю, что у него 4, 5, 6, 7... 8, 9. Вот так. Серьезно, мне надо больше всунуть? Ну, давай так. Окей. Чего не поняла, как это работает? Как это работает? Сколько? У него 3 косточки осталось у этого дурачка. Тогда что мне нужно сделать? Давай ему 2 косточки. Вряд ли он будет много класть. А мне 5. Хотя можно 6 поставить. Давай, я не знаю, как это работает. Странная игра. Дурацкая игра. Ну, давай. Можно я тебя сдоминирую, братан, пожалуйста? Дай за 4. 1, 2. А мне нужно 5 поставить, да? Чего? А-а-а! То есть я кладу ему здесь 1 косточку и ему вот так... И он сейчас выиграет 4 косточки. 6 он выиграл. А я теперь могу у него забрать все 6 косточек. Смотри, то есть вот таким вот способом. Он сейчас ставит 7. Я беру у него все его косточки. Вот так вот. И беру себе все косточки, которые у меня есть. И я, по идее, выигрываю этого дурачка. И забираю у него все, что у него есть. В смысле он победил? Как он победил? Объясните! Что это за тупая игра такая? Я выиграла. Почему я выиграла? Вместе с моими? Да. А, типа у него... Ну, вряд ли у него 5. Я думаю, что у него 3. Я не понимаю. Когда логика, это не мое. Пришел Денис и начал выигрывать просто. А чувак с соплей выигрывает. Меня бы он вообще уже сразу бы выиграл. Я вообще не понимаю, что он делает здесь. Сука, я подловить хотя, мразь. Вот это он мразь. Я вообще не понимаю, что происходит.
И спасибо! Спасибо, Дениска. Так, и что? Ура! Дениска выиграл! Он расстроился. Традиционалист. Выиграли обе монгольские традиционные игры. Это монгольская традиционная игра. Полчаса унижения просто. Но мы выиграли голожопника. Но он обиделся и ушел дальше в небытие. А мы с тобой поползли дальше. Фух. Я бы сама, я бы не смогла это сделать. Хорошо, что у меня есть Денис для таких моментов. Потому что Денис тащит на самом-то деле. Денис могёт. Ой-ой-ой. Я вылезла? Добби свободен. А, это я. Я думала, тут картинка началась. Я вышла, да? О, мальчик. Найди ключи. Они там. Там ключи, говорит. Ща, братан. А, там туда. Это что за лысый из Бразерс? Он меня задушил. Он меня задушил. Ах ты. Алюр, алюр. Ты не смог выжить. А в смысле? А если повторить попытку? У меня был вообще чекпоинт? А прикинь, если я начинаемся сначала. Редко. Нет. Я могу обратно? Я не могу обратно залезать? Так, а подожди, а куда мне прятаться от этого извращенца? Алюр, алюр, ты, конечно, сказал. Может быть, надо просто куда-то присунуться? А, надо, наверное, краться. Нужно, наверное, на цыпочках идти, а не шагать, как я шагала. Он меня, наверное, просто услышал. Да, он, видишь, там сидит, играется в своей игрулечке. Маньячела. Да что, эти кишки у него? Я думаю, он меня не заметит. Я смотри, я как ниндзя. Это какие-то коммунисты, я тебе отвечаю. А, гуни какой-то там. Для большего всеобщего просвещения покорим шахту вместе. Да, СССР. Во всем виновата СССР. Происки СССР даже... Ты что, дура, что ли? Ай-яй-яй, нет, подожди, мужчина. Я случайно встала, не души меня. У него глаза как у змеи. Это кажется человек-змей. Усюка. Но мы попробуем еще раз. У меня же бесконечные, надеюсь, попытки для того, чтобы пройти эту игру. А то будет очень обидно. А можно как-то повторить попытку? Ну, слушай, игра прикольная. Даже на Little Nightmares чем-то похожа. Мне нравится, надеюсь, что тебе тоже. Но вот этот гоблин, конечно, он вообще очень много времени потратил. Да, мы это все видели, спасибо. Beer Night. Пивная ночка, студия представляет. Хо-хо. Пиво. Лаунтюн Дохионго. Это получается какая-то монгольская игра. Или это просто игра на тему монгольскую? Продолжить. Нажмем просто, посмотрим, откуда игра загрузится. Видать, она просто немножечко подвисает, может быть, плохо оптимизирована. Но это совсем уже другая история, это не важно. Видишь, просто мне не повезло, что она встала у меня, эта девочка. Как бы, знаешь, захотелось ей привстать. Да, алюр, алюр, он мне сейчас будет говорить. Сейчас еще и монгольский выучу. Поползла на карачках. Я еще немного, и в конце этой игры Тилька такая на монгольском заговорила. Дулюр, дулюр. Дулюр, дулюр, это ключ или дулюр, дулюр, это туда? Ну, мне кажется, это либо ключ, либо туда-туда. Мы будем и так говорить. Знаешь, зависит от ситуации. Дулюр, дулюр. Это туда. Когда найдем ключ, я скажу дулюр. И ты поймешь, что это что? Это ключ. Пойдемте искать ключ. Что-то там смотрит какие-то мультики. Ютуб, наверное, монгольский ютуб. Если вы живете в Монголии и смотрите мой канал, вы не обижайтесь. Это я типа просто для видео шучу. Только не вставай. А, шахта ликвидирована. Поздравим шахту. Не вставай только. На карачечках. На карачечках. Это какие-то шахты. Типа это шахты или что это? Какие-то одежки валяются, как будто пожарных. Приветствую в день, когда это письмо дойдет до вас. Здравствуй, душа моя. Как здоровье сына?
Я сильно по вам скучаю. Безумно сложно писать эти слова, ведь на этот раз у меня для вас плохие новости. Вчера я узнал, что шахту закрывают. Я сломлен от того, что не смогу вам больше отправлять хоть немного денег. Как у вас с питанием? В последнее время не смог отправить подобающее количество денег. От мысли, что вы голодаете, у меня разрывается сердце. Вырасти скорее и помогай своей маме, сынок. Прости папу. Папа отправляет последние деньги с этим письмом. Будь смелой, душа моя. Все будет хорошо. Люблю вас обоих. С любовью от мужа Эрдене. Ну да, мне кажется, это реально монгольская какая-то игра. Тут даже имена монгольские. Наверное. Вот тут вот аккуратно, да. Это что, это я? А зачем мне на себя смотреть? Это какая-то подсказка? Я вижу только то, что там какая-то дырка в стене. Ну, типа, наверху. Но я такая интересная монгольская школьница, конечно. Красивая, не могу ничего сказать. А он не слышит, что здесь кто-то шлепает? Не, он настолько увлечен своими играми. Это что такое? О-о-о! Человек без головы. Кто виноват в смерти директора шахты? Дьявольское ли это проклятие? Череда жестоких смертей преследует нас. Ярким примером этого является гибель директора шахты Шерге, господина Ш. Жертва уже была убита, когда ее тело было найдено полицейскими. Кроме того, из-за случившегося инцидента его жена сошла с ума, а его младший сын в течение длительного времени считается без вести пропавшим. Люди называют это проклятием богатства или дьявольской порчей. Прикольно, слушай. Тут и даже саспенс такой нагнетается. А где Улюрта? Я не уверена, что хочу дергать за эту веревочку. Она же сейчас долбанет. Села. Дернула. Обезьянка за веревку дернула и нечаянно пернула. Мне нужно что-то подложить сюда, получается. Но я не знаю, что сюда подложить. Вот это что это? Это записка, хорошо. Главное, случайно сейчас не встать. Это я видела. Но нет никаких взаимодействий просто. Улюр, улюр. Ты, конечно, такой улюр. Это я тоже видела. А, он заснул. Так, а если я встану? Ну, проверим. Но надо было как бы проверить монгольского человечка со змеиными глазами, но что-то пошло не так. Ладно, давайте разберемся уже с вами с этой проблемой в следующей серии, а пока мы вот так вот с вами закончим и в следующей серии уже продолжим. В общем, пиши обязательно в комментарии, как тебе эта игра, понравилась или нет, мне кажется, она очень пока что крутая, похоже чем-то и на Friendbow, и на вот эти вот все игры, и на Little Nightmares. Думаю, что мы, в принципе, задержимся в этой игре, я думаю, что дальше будет лучше, пока что он так немножечко раскачивает, но уже что-то интересное, какие-то похитители, дети похищенные, в общем, классно. И, кстати, отдельный лайк за мою прелесть. Увидимся. Пока.